Здравствуйте, дорогие друзья! Только каждый 30-й фильм кинофестиваля «Покров» становится победителем фестиваля. Сегодня вашему вниманию мы предлагаем посмотреть один из таких фильмов, который в 2011 году стал обладателем главного приза в номинации документального кино. Этот фильм приехал к нам из Беларуси и называется «Инокиня». Этот фильм поразил жюри и зрителей своей открытостью и искренностью героини фильма, которая очень не хотела быть в кадре. Но благословение исполнило, и мы искренне рады этому обстоятельству. Да, в общем-то, фильм и не о ней, а о ее трудах в качестве регента монастырского хора. А еще фильм «Инокиня» о благодарности к Богу за его благодеяние и заботу о нас.